Здравствуй, подписчик моего канала. Я нахожусь в Тайоми, в Тайоской области. Вот так вот у нас выглядит пруд. Так, вот мои лежат снасти. Сейчас приготовился. Буду качать лодку. Конечно, травы очень много. Будем пробовать ловить их. Я 2 года назад взял щуку, нет, не хватил 50 грамм до 4 грамм, 3950 получился. Рыбалка была очень глубокой, ноябрь снимал. В целом, да, я радовал щукой. Не стал я собирать, буду ультралайтом ловить и обычным спиннингом. Кэт, 40-е, рудру, но здесь рудру, наверное, не протащишь. Габас, возможно, попробую, а там будет видно. Итак, вот я уже выплыл на лодочке на водоеме. Вот 140-й джунгл кэт. И первый пойманный щучек на него. Немного промазал, ударил в поводок, но воблеру и засек, зажабил на крышку. И поход очень тяжело. Не знаю, сейчас буду освобождать. Щука даже чуть-чуть поедена, что ли. Не отметина. На боку и хвосте. Так, вот джунгл кэт 140-й. Так, ребята, вот еще пойманная одна щука. Ну, это чуть побольше будет. Взяла опять не в рот, а засеклась. Подсек я ее. Вот джунгл кэт, редхед. Так что вот так вот. Потихонечку, медленно, уверенно. Идут поклевочки, восточный ветер, пожалуйста. Если щук есть, водоем хороший. А она ловится. Пожалуйста, смотрите сами. Так, ребята, руки дрожат. Вот, к нему хорошая щука. Вот, отметина. На башке. И вот, вон ты крючок. Вот, взяла она вон там. В том месте. Свалился. И сачка, короче. Вот, ребят, джунгл кэт, полторашечка, на 1,5 килограмма, вот поймал щучку, неплохую, так увесистая, тяжеленькая. Будем пробовать еще ловить, конечно, на этом водоеме, но джунгл кэт рулит, так что так вот, смотрите, 140-й джунгл кэт. Взяла вот под той травой, мышая, все-таки восточный ветер, все это. Льет и восточный ветер, и солнце, была бы только рыба. Итак, руки дрожат, но уже доволен рыбалкой я. Вот. Будем продолжать лов. Щуки. Книжка пока нет, но я не ловлю их в основном. Сейчас нацелен на щуку. Вот. Свои выложил. Не все, конечно, но большие все. Вот.
неплохо. Сейчас посмотрим. Приехал домой, взвесил, вот, где-то кило 500, кило 700, вот тут стрелка встала. Ну, вот такая вот щука у нас получилась. Сошла неплохая тоже, наверное, такая же, где-то килограмм под 2.